Мероприятие по раннему выявлению незаконного потребления наркотиков является частью воспитательной работы образовательной организации и частью профилактической работы в целом. Поэтому те мероприятия, которые прописаны в 120-м законе, они выполняются образовательной организацией. В частности, это организация подготовки к проведению этих мероприятий, да, за которые назначают соответственные образовательные организации, работа информационная с родителями и с обучающимися по проведению этих мероприятий, то есть подготовки к проведению медицинского тестирования. Ну и, конечно, в дальнейшем вся остальная работа, тоже связанная, то есть уже после проведения медицинского этапа, эта работа с группой риска тоже входит в план мероприятий по раннему выявлению незаконного употребления наркотиков. Елена Геннадьевна, совсем недавно опубликован приказ Минздрава от 14 июля 2015 года номер 443, ну это о тестировании школьников. И в средствах массовой информации говорится, что теперь в России изменяется порядок тестирования школьников на наркотики. Изменений несколько, как они говорят, достаточно существенные. Вот давайте первое. Согласно новому приказу Минздрава, тестирование школьников на наркотики будет проходить в медицинских учреждениях. Ранее медики приходили в учебные заведения. Да, конечно. На самом деле никаких существенных изменений от приказа номер 443 Минздрава не вносит. Ну, во-первых, в соответствии с федеральным законодательством порядок устанавливает орган исполнительной власти федерального значения в сфере здравоохранения, что, в принципе, и произошло. Был в прошлом году приказ Минздрава о порядке проведения тестирования. Сейчас приказ дополнительный к той законодательной базе о порядке направления медицинскую организацию по результатам тестирования, показавшим вовлеченность в незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ. Поэтому существенных изменений нет. Медицинские организации раньше проводили тестирование на своей территории, и в соответствии с договоренностью образовательной организации, чтобы значительно не нарушать образовательный процесс, не отвлекать, не транспортировать на расстояние, а это всегда связано с определенными трудностями, иногда опасностями, проводилось на территории образовательной организации. Технически это ничто не меняет сам процесс тестирования. А вот данные тестирования будут заноситься теперь в карту. Ранее это было необязательным и практически анонимным. Ну, на самом деле такого не бывает, потому что это медицинская документация. В результате каждого, любого медицинского вмешательства ведется утвержденной формой медицинской документации. Она велась ранее, она ведется и сейчас. Эта медицинская документация является теми документами, которые охраняются врачебной тайны, и разглашение этой тайны преследуется по закону Российской Федерации. Угу. Елена Геннадьевна, проверка школьников на наркотики начинается с 13 лет. И раньше так было? Да, конечно. Приказом Министерства здравоохранения о порядке проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся на предмет незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ был определен возраст, с которого начинались исследования на вовлечение в наркотизацию детей. Возраст определен 13 лет, и это очень логично, потому что именно по многочисленным социологическим исследованиям показывается, что этот возраст наиболее опасен с точки зрения начала вовлечения в наркотизацию. Поэтому никаких изменений в законодательстве и в порядке проведения профилактических медицинских осмотров, да и всех мероприятий по ранней диагностике незаконного потребления не предусмотрено изменением сегодняшнего законодательства. Елена Геннадьевна, и вот еще в средствах массовой информации одно из изменений говорится, что проводить тесты будут в медучреждениях. На самом деле тестирование возможно проведение как в медицинской организации, так и в образовательной организации, хотя порядок организации профилактических медицинских осмотров предполагает прохождение данных мероприятий в медицинской организации. Но одновременно это такой же профилактический осмотр, как все остальные. И если условия образовательной организации позволяют организовать и провести в соответствии с требованием СанПина данные мероприятия на территории образовательной организации, они могут проводиться и непосредственно в школе или в другом образовательном
обязательном подчинении организации. И заключительный вопрос. У многих родителей беспокоит, если будет выявлен положительный результат, скажем, что школьник употребил психоактивное вещество, об этом узнает педагог, классный руководитель? Нет, это категорически закрытая информация в законодательстве, в федеральном законодательстве. Говорится, что здесь должна соблюдаться конфиденциальность, как, впрочем, для любого другого медицинского вмешательства. Это чистая информация, предназначенная для медицинских работников и для самого пациента. Только он... Ну, если он не достиг возраста, который определен законодательством Российской Федерации, то тогда лица, являющиеся его родителями, могут получить эту информацию, а также всю информацию о дальнейшем ходе лечения или профилактических, или диагностических дополнительных вмешательств, которые подразумеваются при каком-то определенном состоянии. Поэтому это абсолютно закрытая информация, тем более для образовательной организации. А как родители узнают о положительном результате? О положительном результате будет сообщено в личной беседе родителям обучающегося младше 15 лет или при личной беседе с самим обучающимся, которому уже исполнилось 15 лет. Тогда же будет намечен и дальнейший план работы, медицинской работы с этим обучающимся. Допускается ли доведение этой информации по телефону или только непосредственно личная беседа? Нет, только личная беседа. Более того, с предоставлением документа, подтверждающего личность. Эта информация очень строго контролируема, конфиденциальна, и ей владеет только лечащий врач, медицинская организация и непосредственный пациент. А если имеется положительный результат в отношении подростка, будут ли какие-нибудь ограничения его прав? Нет. Ограничения по нашему законодательству распространяются только на выполнение определенных видов трудовой деятельности, какие-то другие ограничения для лиц, которые страдают заболеванием наркологического профиля. На самом деле вероятность того, что лицо, страдающие наркологическим расстройством, вряд ли обучаются. Это мероприятие профилактическое. Оно направлено на своевременную диагностику, вовлечение в наркотизацию, на донозологических формах заболевания прерывается этот патологический процесс, не дает возможности развиться заболеванию. Поэтому здесь никаких ограничений не может быть. Стоит вопрос только о профилактическом вмешательстве, своевременном профилактическом, наиболее эффективном вмешательстве. Диагностическое тестирование – это профилактическая мера. Поэтому для того, чтобы его провести, все начинается с информационно-разъяснительной работы. Мы, конечно же, проводим беседы как с родителями, так и с педагогами, обязательно с обучающимися. На данном этапе очень важно получить добровольное согласие обучающегося на прохождение данной процедуры. По закону, если он достиг 15 лет, он может выразить свое добровольное согласие. Если он не достиг 15-летнего возраста, то за него это делают родители либо законные представители. По опыту могу сказать, что если правильно, четко организовать работу с родителями, то, как правило, таких отказов не возникает. Ибо чаще всего родители боятся именно последствий этого тестирования. Хотя на самом деле, еще раз повторюсь, что это мера профилактическая. И мы, в свою очередь, организация медицинская, а не карательная. В момент проведения диагностического тестирования все начинается с беседы с обучающимся специалистом, врачом, психиатром, наркологом и, конечно, психологом. Нам очень важно знать и понимать, заполнив информационный лист о том, страдает ли учащийся какими-нибудь хроническими заболеваниями, может быть, он находится в острой форме какого-то заболевания, принимал ли он какие-либо лекарственные вещества или, может быть, психоактивные. На этом этапе часто ребята бывают сами рассказывают о каких-то употреблениях, скажем так. Если все нормально и хорошо, то на следующем этапе мы выдаем ему вот такую вот баночку, это тест-контейнер, лаборатория, целая лаборатория, которая непосредственно и заполняется биологической жидкостью. После того, как
анализ получен, биологическая жидкость собрана, мы обязательно контролируем температурный режим мочи и спустя несколько минут мы можем оценить сам результат. Вот по этим тест-полоскам. Хочу сказать, что этот контейнер – это целая тест-лаборатория на 10 видов наркотических психоактивных веществ. В случае отрицательного результата, который нам показывает лаборатория, данный обучающийся может спать спокойно, он совершенно чистый, хороший детеныш. Если же возникают какие-то сомнения или положительный результат, то данный контейнер опечатывается и отправляется в химико-токсикологическую лабораторию для дальнейшего определения наличия либо отсутствия психоактивных веществ, наркотических средств. Если отрицательный результат после ХТЛ, значит, тогда этот ребенок, он, соответственно, считается у нас отрицательным анализом результатом. Если мы видим, получаем положительный результат, то тогда проводится дальнейшая работа. Мы, конечно же, созваниваемся обязательно с этим обучающимся, если он достиг 15-летнего возраста. Если нет, то с родителями, законными представителями, и приглашаем их на беседу к нам, где проводят беседу, консультации врачи-психиатры, наркологи и психологи. При необходимости мы включаем его в профилактическую нашу программу, где на протяжении определенного времени он приходит и занимается с нами. Данный ребенок будет записан у нас в документации как состоящий на профилактическом учете. Профилактический учет никоим образом не нарушает его свобод. И при необходимости получения справки о том, что он не состоит на учете, он таковую получит. Если спустя год ребенок подтверждает свое здоровье отрицательным тестом, то с профилактического учета такой ребенок снимается. Значит, на баночке указывается только номер. Эта процедура проходит конфиденциально, в том плане, что мы, конечно, как специалисты, знаем фамилию ребенка, естественно, но присваивается номер, и только по номеру этой баночки проходит вся дальнейшая процедура. Это оценка результата, это химико-токсикологическая лаборатория. После проведения тестирования в образовательную организацию руководителю отправляется так называемый отчет о проведенном мероприятии. В данном отчете мы указываем, как, кем и по какому методу была проведена данная диагностика. Также мы указываем количество человек, принявших участие в этой диагностике, и результат исключительно в процентном соотношении. Никаких фамилий не называется, и образовательное учреждение не знает ни о том, кто и как. Вся работа строится только потом нами. Ольга, большое спасибо вам за то, что вы согласились дать интервью. Скажите, пожалуйста, насколько неожиданным были для вас результаты прошедших тестов вашего ребенка по вопросу употребления наркотиков? Ну, для меня это было очень неожиданно, и я так испугалась, и была растеряна, не знала, что делать. Потом позвонили, пригласили на беседу по телефону, они ничто не стали объяснять мне, сказали, что все, при встрече. Вот, мы с ребенком пошли, нас очень хорошо встретили, поговорили, нам объяснили, сказали, что эта информация никуда не пойдет, она будет только на уровне вашего общения. Да, нашего общения. То есть ни школа, ни никто не знает вообще об этом. То есть никто в классе, ни классный руководитель? Ни учителя, ни директор, никто. То есть я когда немножко успокоилась, и ту программу, которую нам предложили, работа с врачами, с психологами, после проведения этой работы мы остались очень довольны. И ребенок мой, слава богу, все хорошо с ним, и у нас в семье, слава богу, хорошо, потому что и со мной тоже работали. Потому что спасибо большое. А вообще-то, как выяснилось, это была единичная проба, да? Да, это было как бы начало употребления, и поэтому, наверное, один из вариантов, поэтому то, что быстро выявили, то, что быстро эту проблему как бы определили, и это помогло. Но с этой компанией теперь он не поддерживает? Нет, конечно. Конечно, жизнь изменилась, и ребенка, и наша, и мы стали ближе друг к другу, и семья наша как-то объединилась, я даже так сказала. А скажите, пожалуйста, ведь вы изначально доверяли ребенку, да? Конечно. И у вас нормальные отношения всегда были выстроены? Я всегда считала, что в моей семье такого быть не может, что мой ребенок на это просто не способен. Ну, наверное,
где-то вам не хватило времени, воспитания, может быть, там на работе там больше внимания уделяли работе своей, там, карьерному росту там, и так далее, а вот где-то вот на этом этапе, наверное, упустили, как вы думаете? Здесь трудно сказать, не знаешь, вроде казалось, что все ребенку вроде отдаешь, и внимание, и все. Наверное, трудно следить за подростком, и интересы, и общение. Он у вас активный образ жизни ведет, он же и спортом увлекается, так, и в кружки различные ходит. Да, да, ребенок очень активный, поэтому всегда думаю, что все очень хорошо. Поэтому спасибо, конечно, этой программе, что есть возможность вот так вот раньше времени помочь и ребенку спасти, просто спасти. Вы знаете, вот часто возникает вопрос у родителей о конфиденциальности вот этих исследований на употребление, на предмет употребления психоактивных веществ школьниками. Очень оправданно, да, я на себе это прошла, и я знаю, что мы были просто под защитой и действительно нам помогли. Спасибо вам большое.